Всем привет, с вами Мистер Ви, не забывайте подписываться на канал. В Чечне публично отчитали молодых людей, покупавших спиртное в дни мусульманского праздника. Полиция задержала троих жителей Чечни за то, что те покупали спиртные напитки в Дагестане на второй день мусульманского праздника окончания поста Идуль-Фитр. Перед этим в интернете распространилось видео, где молодые люди из Чечни приобретают алкоголь, будучи в нетрезвом виде, отмечается в сюжете. Героями ролика оказались братья Адам и Магомед Базиев, и их друг Рамзан Исраилов. Как сообщается в сюжете телеканала, молодые люди признают свою вину, говоря, что не думали о последствиях и отдыхали на широкую ногу. Теперь же глубоко раскаиваются в том, что совершили, резюмирует диктор, и добавляет, что своим ужасным поведением они опозорили не только себя, но и своих родителей. В свою очередь представители полиции в сюжете предостерегают о том, что любой непристойный момент, который не красит чеченца, сразу же попадает в соцсети.